Класс, вода. Почувствовали? Окунулись в свежести. Вернулись с морка. Вот такой себе сделали незамысловатый завтрак. Вчера купили. Как да. называется, Танюш? Совсем незамысловатый. Просто домашнего приготовления киевский торт, сырники, традиционные турецкие сладости, бананы, фрукты и чай. Вообще, просто как обычно все завтракают. Завтра будут наполнять бассейн, кстати. Даже хорошо, что он не был наполнен. Мы уже думали, как в прошлом году. В другой раз мы не ехали на море. Мы думали, ну зачем ехать, тут так спокойно. Так каждый день ездили, кайфовали. Завтра уточка, мы уже выдвигаемся в Кемер. На All Including. Все покажем, все расскажем. Подходим к пляжу Клеопатра. Тут же находится телеферик, на котором можно подняться наверх, на крепость Алании. Сейчас подойдем, покажем вам более подробно. Цены меняются. Покажем цены на данный момент, на июнь 2024 года. Открыт с 9:30 до 22:00. Появились новшества здесь. Получается, где раньше был основной вход и касса, вот тут вот. Тут можно заказать private кабин, будет fast track, и вы будете одни в кабине. Цены будут зависеть от того, сколько у вас человек. Допустим, нам на двоих сказали, что нам будет стоить 1380 лир нам на двоих. Это будет private кабин. Если вы хотите кабину общую... Сейчас покажу вам. Выходишь из этого, и вот здесь другой вход. Вот здесь, чуть-чуть не доходя, есть другой вход. И здесь уже можно купить билеты на общую кабину. Они будут, конечно, значительно дешевле. Если вам принципиально одному находиться в кабине, тогда придется переплатить. Причем переплатить значительно. Сейчас посмотрим цены, здесь узнаем. Ну вот, если вы хотите взять на одного человека общая кабина, цены здесь уже и в лирах, в евро, в долларах, смотрите сами. Это туда и обратно получается. И вот уже общая очередь. Так что вот так вот. Новые тут правила. Имейте это в виду. И отправляемся на пляж Клеопатры. Я, конечно же, свой купальник не взяла. Поэтому сегодня купаться на пляже Клеопатры будет только Игорюня. А я, как Клеопатра, буду ждать его на берегу. Солнышко. Да. Солнышко палит. Сейчас где-то около 40 градусов. Ну, в принципе, уже время ближется к вечеру. Сейчас около... 5:30 примерно, опять же. И солнышко все еще палит. Я одета прям вот так вот, с закрытыми руками, с закрытой грудной клеткой. В общем, вся закрыта. Для особых экстремалов на 40-градусной жаре металлические тренажеры. Обнимаюсь очень, что там много удовольствия трогать раскаленный металл. Ну, есть, конечно же, кафешки, лежаки. Цены на лежаки узнавать не будем. Здесь очень много разных, как бы получается, они на разные фирмы, что ли, разделяются. Вот тут переодевалка. Душ после соленой воды обмыться. Туристов не могу сказать, что прям много. И вот он, самый знаменитый пляж Алании, пляж Клеопатры, который, кстати, удостоился голубого флага в этом году опять. Кабинки поднимаются там, фуникулер наверх. Мы туда подъедем на такси, потому что мы хотим пешком потом спуститься. Ну, я подойду вам воду тоже покажу. Сейчас, секунду, пакетик поставлю.
А тут цвет не воды и не такой лазурный, кстати, как в Кыргызчаке на пляже, где мы все время ходим. Здесь такой как зеленоватый больше. Даже интересно. Вообще другой цвет воды. Вода, конечно, тоже чистая, но цвет воды другой. Там пиратские кораблики. Горюня искупался. Сейчас вам расскажет всю правду. Сейчас быстрый вопрос, быстрый ответ. Кыргызчак пирс или Клеопатра? Кыргызчак пирс. Однозначно. Здесь единственная вода теплая, но в разных местах, куда заходить. Здесь, допустим, плиты. Кто тут люди долго отдыхают или местные, не знаю. Или лучше заход. Я такие еле вышел. Как плиты, они такие зеленые. И цвет воды ты заметил? Это от плит, такой цвет воды. Понятно, потому что она вообще не лазурная. Кыргызчак не лазурная. Красивый залив, да. Ну, это самый популярный пляж Алании. Однозначно здесь побывать хотя бы раз, искупаться стоит. А дальше уже выбирайте сами, вам решать, где вам больше нравится. Мы вам свое мнение не навязываем, мы лишь делимся своим мнением. Так тут красиво. Да, так красиво. Там теплоход этот, туристический лайнер отходит. Лодочки. С той стороны я уже показывала, еще раз покажу. Так, надо. Он туда далеко-далеко уходит. Набережная Алании, где припаркованы эти пиратские лодки. Здесь вы можете взять экскурсию. Даже есть, по-моему, дневные экскурсии, то есть они на целый день. Всегда можете подойти, вот там вот много так вот этих будочек находится. И даже выбрать корабль, именно какой вам нравится, купить билетик, узнать цену, даже можно торговать. У кого есть желание, кстати, где находится этот маяк, по этой дороге тоже можно прогуляться до этого маяка. С той стороны. Мы там как-то гуляли в прошлом году. Угу. Кому интересно, посмотрите на фильм. Обязательно. Впереди нас находится знаменитая Красная башня, самая главная, одна из самых главных достопримечательностей Алании. И мы направляемся сейчас к ней. Внутрь мы заходить не будем, там музей. Если вы хотите, вы можете подняться даже наверх, посмотреть, там есть смотровая площадка. А еще там есть старые доки. Вот в прошлом году мы туда не попали. Это единственное место, где мы еще тоже не были. Поэтому мы хотим идем. И будем, и идем. Подожди. В доках мы еще не были, поэтому мы направляемся в доки и все вам покажем. Вот эти самые доки, про которые я говорила, они сейчас находятся впереди нас. Люди купаются, чилят. О, там, кстати, тоже. Это неофициальный пляж. Очень много центра людей. Алании, прямо возле крепостной аккуратно. Стены. Людей много здесь. И там уже цена. Очень круто выглядит, красиво. А вот тут проход на этот самый пляж. Вот так вот через прям большую эту стену, толстую, через старинную. Я уже дальше не пойду. Вот, имейте в виду, вход здесь. Так, идем обратно. А то мы таким образом в доки не успеем. Thank you.
сами смотрите. Тут в зависимости, куда вы идете, цены будут отличаться. Впереди уже там доки. Ну все, идем внутрь. Музей мы, сразу говорю, не очень любим. Смотрим конкретно, по факту, быстро. Первая комната. Ух ты. Тут явно камин топили. Постараюсь поменьше болтать, чтобы не отвлекать от вас отделов. Вторая комната. Похоже на первую, но каменная. Старые рукописи. Как это все делали тут. Карты разные и так далее. Мы двигаемся. Да, кстати, здесь прохладно. Огромный плюс. Ну что? Можно хвостик твой тронуть? Так вот, можно? Можно? Ты на меня не будешь ругаться? Ну, чуть-чуть. Первый док, кстати, здесь. И скамейка в виде формы корабля. Представляете, вот тут вот заходил целый корабль. Вот он прямо туда. Пойдемте посмотрим. До конца мог заходить. Обалдеть. И его чинили. Итак, несколько доков здесь, несколько кораблей могли одновременно. Ну, тут огромные доки. Я, очень честно, круто. Я не думала, что они такие большие. Здесь целый каркас корабля. Можно походить и посмотреть, все пронумеровано и почитать. Да, тут все есть. Так, киль номер один. Я так думаю, это в той стороне. Номер два. Стемпост. Ну-ка, давайте. Кораблезнатокист. Кораблестроение. Да. Кораблестроение. Кораблестроители. Подскажите. Так, здесь. О, здесь мачта корабля. Это мачта корабля. И также можно там пройти и посмотреть, что там такое хранится. Сейчас я этим и займусь. Вот. Здесь можно попробовать себя в роли дровосека, я так понимаю. Рубанок, киянка. Я на себя, ты на себя. Ой! Ну все, 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 мы доказали. Мы уже поработали. Можем, можем, можем. В первом каркас, во втором мачта, потом инструмент, и вот уже полностью корабль, да? Да, все верно. А что же будет там в конце? Раньше этого ничего не было, ориентировались, то, что есть в наше время навигация, ориентировались по небу. По созвездиям. Какая комната здесь? Ничего не написано, кстати, что здесь было. Просто очередная комнатка. Ой, тут главное голову не ударить. Но больше всего впечатляют сами доки, да? Да, очень классно сохранились. Цвет воды, конечно, обалденно здесь взять. С учетом, что здесь набережная, столько кораблей. Но все равно не мутная, прозрачная. Очень чистая. Ой, я даже рыбок вижу, причем много. Рыбки. Идем дальше. А все, конечно. А, тут закрыто? Угу. Понятненько. Значит, здесь можно было раньше пройти. Теперь туда пройти нельзя. Ну что, в этом месте мы все показали. Мы поднялись наверх, на крепость Алании, на такси, а пешком пойдем вниз. В саму крепость внутрь мы не пойдем. У нас есть целое видео с прошлого года, как мы там гуляем. Обязательно, кому интересно, откройте это видео и пересмотрите. А мы, как всегда, нашли тропу героев. Спускаемся по ней вниз. Ну, уже не 40 градусов, уже, наверное, 35. Поэтому можно и пешком.
Да, подняли сюда на такси, а обратно будем спускаться пешком. С такими видами обалденными. Встречаются вот такие дома, заброшенные здесь на пути. С таким видом. Вот, куда-то мы вышли. Сами того не зная. Телеферик шаттл. Если что, можно спуститься не на такси, а тут ходит телеферик шаттл, и он стоит что-то в районе 30 лир с человека. В одну сторону. Таксисты берут, мы спрашивали в городе, по 12 евро они хотят. Мы договорились с одним таксистом, он нас завез наверх за 6 евро. А эти шаттлы, они ходят 35 лир с человека. Можно в них подняться или спуститься. Солнышко уже зашло. Огоньки зажигают на зданиях. Сейчас классная погодка, не так жарко. Наконец-то жара спала. Вид на всю Аланию и на ее районы. Самый дальний район, это получается, где мы живем. Карагаджак, Махмутлар, Кистель, Тосмур, Оба и сама Алания. По-моему, ничего не забыла. Такое классное время, когда еще светло, но уже огоньки зажигаются. Мы продолжаем наш спуск. Уже стемнело. Внизу Красная крепость, Алания, порт. И мы сейчас планируем перекусить, зайти. Скорее всего, вот в эту панораму кафе зайдем. Мы здесь были в прошлом году, нам все понравилось, поэтому решили не экспериментировать. Вот это кафе Кале Панорама называется, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. И вот эти столики, они получаются с таким видом на Красную башню, на порт. И сейчас я из-за дерева покажу. И тут, конечно же, вид на всю Аланию. Микс-грил, попробовал уже, курица, мясо попробовал, все очень вкусно приготовлено. В прошлом году мы здесь были, нам все очень понравилось, мы вернулись еще раз. Цены европейские, скажу, но того стоит. Кухня вкусная, вид обалденный, как говорится, все совпало. Обязательно побалуйте себя и посетите это место, это того стоит. Да, мой салатик тоже, зачет. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Вот так называется это место, Кале Панорама, ресторан и кафе. Мы его уже снимали в прошлом году. Можете зайти на сайт, скорее всего, у них есть. Вот меню просканировать даже, нажимайте на паузу. Сейчас вот так приближу прям. Сканируйте QR-код, смотрите меню. И у них есть free pickup сервис. Тоже привезут, отвезут вас в гостиницу, с гостиницы. Так что столик лучше резервировать, особенно в высокий сезон. Танюша знает, куда идти. По навигатору идет. Туда. Нам еще 11 минут спускаться. А это кафе, где мы были наверху, это вот там. Мы были бы не мы. Тут можно было так идти вокруг дорог. А мы через здание прошли и сократили в два раза весь путь. И все. Мы уже вышли к набережной. Немножко
атмосферы вам. Да, турецкий передадим. Впереди улица баров. Ну, что-то здесь такой тусы не слышно, как было раньше. Что-то как-то они подрасслабились. Пойдемте посмотрим поближе. Или пойдем на набережную сразу. И людей нету, кстати, честно говоря. Да, людей. Может быть, еще рано. Еще нету даже 10 часов. Потом туса начнется. Мужчина говорит. Спрашивает, откуда я? Латвия? Латвия. Лабес-лабес? Вот сейчас узнаем для вас. Провозики есть. 1 евро 50 центов возят. We go so near the castle, we go like a 15 kilometer. But when we come back, we go open ocean, open sea. We try to find the dolphin and then we come back here again. Поговорили с мужчиной, который продает билеты на вот эти пиратские судна. Мы полностью записали все, но он прям рассказал нам все очень долго. Не думаю, что все будем выставлять это, поэтому расскажу вам вкратце. В общем, всего 4 часа занимает, там купание, разные пещеры. Есть вероятность увидеть черепах карета-карета. И маленькая вероятность, он честно сказал, что можем увидеть дельфинов тоже. В общем, включено в 4 часа посещение вот этих всяких пещер, купание, развлечение на корабле, включает развлечение для детей, анимация. Плюс это включает тоже обед. Даже есть какое-то меню для вегетарианцев. Безалкогольные напитки включены в цену, алкогольные напитки все за дополнительную плату. То есть все вот это удовольствие вам обойдется в 20 евро. Special for you, my friend. Продолжение улицы Баров. Мы вышли на нее с другой стороны. Марава. Тут базарчики, конечно, как и везде в Турции, можете купить Louis Vuitton, Nike, все, что хотите. На любой вкус и цвет, сладости, сувениры и бренды. У народу здесь, конечно, уже поболее будет.